Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Ролан Морозов. И сегодня будем делать ежесубботную реинвест в Номисвапе. Но перед тем я отвечу на вопрос, что вы часто мне задаете. Во-первых, почему именно Номисвап и надо ли делать реинвест каждую неделю? На первый вопрос отвечаю очень просто. Во-первых, я максимально доверяю Номисвапа, так как он официальный брокер Binance, и тут можно торговать абсолютно без QSC, то есть не надо проходить QSC. И это идеальная возможность для граждан, например, России. Те, кто в принципе вынуждены уйти из Binance, кто хотят торговать более чем 10 тысячами евро, но могут... В принципе, они могут продолжать торговать на Binance, на платформе Nominex, как он официальный брокер Binance, и тут такие же ликвидности, как на Binance. Надеюсь, с этим я ответил. То есть я максимально доверяю Nominex. И у нее есть продукт Nomiswap, где я могу умножить свои средства. Второй вопрос. Надо ли делать обязательно реинвест? Нет, абсолютно нет. Это мой личный выбор. Таким образом я увеличиваю свою еженедельную, то есть ежедневную прибыль. Просто я снимаю прибыль раз в неделю. Можно его снимать хоть каждый час, если у вас такой крутой прибыль, что комиссия это позволяет делать. То есть комиссия должен быть меньше, чем прибыль, это же логично, иначе это не прибыль. Так, давайте тогда сразу же начнем. Первым делом я снимаю свои бонусы. За что получаем тут бонусы и сколько, можете смотреть моих предыдущих видео. У меня есть целый плейлист на моем канале, называется он Nominex. Так, давайте снимаем, не буду объяснять, что за бонусы. Это бонусы помимо моего инвестиции. Получаем бонусы. Все. Бонус у нас снято. Вот так просто это и делается. С одним нажатием кнопки. Обновляю страницу. И видите, они обнулились. Следующим иду на фарминг. На фарминг. И отсюда тоже сниму именно прибыль. Не путайте, друзья. Я не снимаю свое тело депозита. То есть я снимаю только прибыль. И многие вот спрашивают, слетает ли холдер бонус этом? Нет, нет, не слетает. Добавлять и снимать прибыль можете хоть, я еще раз говорю, каждую минуту, если у вас столько позволяют ресурсы. Так, сняли мы прибыль от фарминга. Чуть-чуть надо подождать, чтобы это все подтвердилось бы. И плавненько тогда уже пойдем к финалу. Видите, тут уже тоже показывает, что снял. Пойдем к финалу, то есть к моему лаунчпулу, где я сейчас увеличиваю свой доход. Тут у меня уже самый крутой, для меня самый крутой, не то, что самый крутой лаунч Nomiswap, а вот у меня самый крутой уже холдер бонус. Уже через 5 дней у меня будет холдер бонус уже 300%. Друзья, 300%. Просто получаю деньги за то, что не вывожу тело депозита, а только прибыль. Так, нажимаем confirm. Каждое действие надо подтверждать в кошельке, что вы сюда привязали. В моем случае MetaMask в сети BNB. Что это надо помнить, друзья. Так, снимаем прибыль, подождем чуть-чуть. Если вот так, вот все. Если вот так крутится и надо ждать, не пугайтесь, это абсолютно нормальные явления таких инструментов. Так, и сразу же добавляю сюда обратно 50%. Как я делаю каждую неделю. Почему я это делаю? Чтобы это самый дешевый способ увеличить свой доход уже от своего дохода. То есть если нет средств добавлять сюда постоянно, тогда вот это самый-самый простой способ добавлять средства себе в пул, либо в фарминг. Тоже придется подождать, и тогда все. Вот мне добавились
очередные монеты стейкинг, и уже следующую неделю, если процент будет держаться такой, тогда получу уже больше прибыли. От чего зависит процент? Естественно, от того, сколько сюда приходит народа. А народу сюда, друзья, приходит массами. Когда я тут начал, был более чем 1000%. И ну, как идет народ, уменьшается этот процент. Хорошо ли это или плохо? Ну, я думаю, что все, что больше 50% годовых, это хорошо. И АПР, это означает то, что вы даже не должны делать реинвест, тогда получите такой процент. Так что, друзья, задумайтесь. Оба ссылки у меня в описании и на биржу, и на NomiSwap. Идеальная возможность для тех, кто не хотят проходить верификацию, но хотят получить прибыль от своих средств. И что я могу вам сказать, друзья? Зарабатываем честно. И главное, быстро. Всем пока.